3 января свой день рождения отметил депутат районного собрания Федор Степанович Дятловский. От всей души желаем вам долгих и счастливых лет жизни, интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и отличного настроения. Пусть дела, которым вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносят радость и желание новых свершений. С уважением, коллектив ВТВ.